Сейчас на карте его покажи, я. Готово? Есть. Показал? А Марк, не забывай, смотри. Это новая карта, я тебе только что показывал. Видно, да, подпись? Смотри, что твоя задача, ну, нужно будет сейчас сделать? Я таким вот образом просто зажму карту. Так. Твоя задача зубками ее прям зажать. Я открывал колоду. Смотри, возьмем следующую карту. Допустим, это будет тройка. Смотри, я нарисую, тоже здесь свой выбор поставлю. Маркер нам больше не нужен. Проверь, что она подпись не стирается. Что все честно, все видно. Это же было видно. Отлично, я сделаю то же самое, но прежде чем я это сделаю, хочу задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь целовался с мужчиной? Нет. А хотел бы? Нет. Это просто нужно было понять, насколько далеко можно зайти. Смотри, я сделаю то же самое, возьми, делаю ручки вот так вот, переворачиваю, так вот ручки. Нам нужно прикоснуться. Нам нужно прикоснуться. Я сделал так же, нас пошарят. Нет, я просто прикоснулся к карте. Ага, есть, смотри. На самом деле, многих, ну, фокус назывался французский поцелуй. Знаешь почему? Okay. На самом деле мы поцеловались, потому что в моих зубах оказалась твоя карта. А в твоих... оказалась моя. Он это поменял. Я не заметил, он поменял. Я буду пересматривать видео и проверять, где, в какой момент.